Путь к Олимпу. Под таким названием в Брестском областном краеведческом музее состоялось открытие 21-й поочередности экспозиции в выставочном зале. Покорители чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр стали героями увлекательного мультиспортивного путешествия, которое таит в себе выставка. Основная цель выставки в первую очередь познакомить брестчан и наших гостей с тем знаменательным событием, которое будет у нас происходить, это вторые Европейские игры. Ну и, конечно же, привить интерес как к спорту в целом, так и, скажем так, интерес и в то же время гордость, да, наших земляков, известных спортсменов. Брестский областной краеведческий музей, скажем так, идя впереди, открыл вот такую замечательную выставку. И эта выставка, она показывает то, что культура очень взаимодействует со спортом и туризмом. И я думаю, эта выставка будет интересна не только для брестчан, но и для гостей города. Проникнуться вот этой темой спорта, здоровый образ жизни, это сейчас очень актуально, и в нашей республике очень большое внимание этому уделяется. И такое взаимодействие культуры, спорта, туризма, оно дает такой хороший результат. Это развитие, скажем, и туристической отрасли, и спортивного туризма, ну и, конечно же, повышение культуры людей, как физической, так и духовной. Проникнутые смыслом фотографии, атрибуты одежды, визитные карточки участников чемпионатов различного уровня, серебряные, бронзовые, золотые медали, символика 22-х Олимпийских игр в Москве, материалы о маршруте эстафеты огня. Порядка 80 предметов было представлено на открытии выставки «Путь к Олимпу». Организаторы отмечают, вернисаж на спортивную тематику был собран на основе различных музейных коллекций, а также из архива именитых спортсменов. Она рассказывает о тех представителях Брещины, имя которых уже занесено в олимпийскую летопись. Редкие и заслуживающие внимания. Только так можно сказать о материалах, которые поступили в фонд музея и теперь будут доступны всем заинтересованным в масштабном соревновании. Напомним, вторые Европейские игры пройдут в Минске на 12 спортивных объектах. Игры проходят с 21 по 30, но на самом деле подготовка к этим играм идет очень давно. Вы, наверное, обратили внимание, что практически все поезда, автобусы, троллейбусы, вся инфраструктура, все в ярких тонах раскрашена именно символикой Европейских игр. Вот. Ну и, конечно же, всем желаю болеть за наших, вот. Ну и пусть победит сильнейший. Посетители выставки стали на один шаг ближе к важному спортивному событию жизни Европы и нашей страны. Открыть для себя большой мир спортивных достижений может любой желающий. Экспозиция будет радовать брестчан на протяжении всего лета. Для меня выставка является значимой, так как я увлекаюсь спортом и веду здоровый образ жизни. Спорт для меня является неотъемлемой частью ежедневного существования. Сегодня я осмотрел экспонаты выставки, конечно, увидел для себя много интересного. Это спортивная амуниция, в которой ковалась победа Юлии Нестеренко, Бориса Исаченко и остальных наших выдающихся спортсменов Брещины. Такие мероприятия необходимы, потому что они показывают молодым людям, мальчикам и девочкам, те ориентиры, к которым надо стремиться в будущем. И что, занимаясь спортом, можно достичь самых больших высот. Для страны, конечно, это тоже хорошо. Лишний раз заявить о себе, показать другим странам то, как мы развились и вообще в инфраструктуре, и в спорте, что у нас спорт процветает, что молодежь стремится быть лучше. Юлия Селю, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.